Друзья, что у вас сегодня на ужин? Как сработала ваша фантазия по поводу ужина? Моя фантазия придумала сегодня на ужин картошку пюре со сливочным маслом. Она получилась очень нежная и очень вкусная. Жареные карасики с чесночком и соусом терияки. И капуста-пелюстка. По-моему, моя фантазия сегодня не подвела. По-моему, ужин сегодня заслуживает высокий балл. Класс! Картошечка. Картошечка. Капустка тоже. Смачно. Я думаю, все будут довольны. Капусту замариновала буквально вчера вечером. И сегодня она уже готова. Девочки, мальчики, всем приятного аппетита!